Строительство капитального моста через реку Пур практически завершено. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил в своем инстаграм-аккаунте о дате открытия долгожданного инфраструктурного объекта. 16 октября 2020 года движение по автомобильному мосту через реку Пур будет официально открыто. Напомним, церемония старта строительства состоялась в декабре 2018 года, а работы начались уже в феврале 2019. По словам Дмитрия Артюхова, строительные работы велись с двукратным опережением графика. Движение по мосту планировалось открыть уже к концу 2020 года. Мост общей стоимостью около 10 миллиардов рублей полностью возведен без привлечения бюджетных средств. На сегодняшний день это единственный подобный объект в России, построенный за счет частного инвестора. Протяженность автомобильного моста составляет более 1 километра. Всесезонная дорога свяжет на постоянной основе и соединит восток округа с главными региональными автотрассами.